Добрый день, сейчас сделаем пакет трейсер 13.2.7. Здесь у нас настройка LAP. Давайте начнем. Итак, нам нужно к нему подключиться. Для этого открываем админ ПК. Так как у нас вся настройка будет тут проходить, я сразу увеличу. Нам без только увидеть сеть. Так, десктоп, веб-браузер. Скреплю сверху. Итак, что мы здесь вводим? Здесь мы вводим IP, вот этот вот. Копируем его. Вставляем. Go, и тут S добавляем, HTTPS. Готово. Нажимаем логин, admin name, admin, и Cisco 123. Логин. Хорошо. Так, оно подключилось. Теперь что мы делаем? Теперь мы настраиваем это все. Так, первым делом Create a Wireless LAN. Для этого открываем VLANs и нажимаем Create New Go. Так, название Floor to Employers. Секунду, сейчас его скопируем. Так, не копируется. О, все. Floor to Employers. Давай. Так, Floor to Employers. Название SSID, SSID 5. Копируем его. И ID выбираем 5. Apply. Apply. Так, дальше. Ставим enabled. Enabled. И выбираем интерфейс VLAN 5. Все. Дальше мы нажимаем Security. Здесь выбираем VPA 2. VPA 2. Ставим галочку напротив VPA 2 Policy. И ставим PSK. Так. Пароль Cisco 123. Копировать. Ставить. Все. Готово. Так. И нажимаем Apply. Осталось только еще настроить вот это вот. Там сверху было. Так, нажимаем Advanced и Flex Connect Local и Flex Connect House. Apply. Вот тут вот написано это настроить. Окей. Ждем, пока оно все сохранит. Save Configuration нажмем еще. Окей. Все. Так, теперь нам нужно подключить хост к этому, к этой сети. Для этого нажимаем, заходим в Wireless Host, заходим в Desktop, ПК Wireless. Нажимаем Connect, Refresh. И здесь вот видим эту сеть. Нажимаем Connect. Пароль вводим Cisco 123, Connect. И все, мы видим, у нас оно подключилось, и у нас 100%. Получается, что мы все настроили. А на этом все. Пока.